Не ребах всего, да. Не КСС проявут. Слышь ты, черт. Да. Да элементарь, за что меня? Тебя обели опять? А что с лицом у меня? Все? Упал. Да ты я заебал, ты че в натуре сегодня тупишь нам? Я сосал меня. Конечно, все классно там, сосал, не сосал, но, блядь, нахуй умирать. Да это не так получилось, не прокнул просто. Сейчас просто у всех опять кармат будет. Блин, да ничего не будет, резни. Че? Ассу. А, не, нету комбата. Ну, у меня, есть? По крайней мере, у вас есть? Болит, братишка. У меня есть. Это я его масуха сейчас подниму. Теперь нету. А, в комбате, да? Извини. Да рез, рез. Ой, эти ребята здесь прилетели. Краски, хуяски. Соберитесь, блядь, алё, нахуй. Пойдите себе в руки, блядь, тряпки. Пипец, я вас бафнул и сразу бой поездить. Ну да. Кушать хочу. Что вы делаете? Хочу, давай. Хочу птицы. Просто. Хочешь птица? Птица, в смысле. Ой, пицца. Птица. Я тут хочу курицу, но это птица, птица. Хочу пиццы. Без буквы С. Пицца? Сань, закажи пиццу. Куда? Ну, мне. Домой. А куда? В Комсомольск на Амуре. Самарск? Да. Комсомольск. У вас, у вас дорогая пицца, кстати? Ну, такая, типа, самая в самом охуенном заведении, ебать. Типа, средняя пицца, чтобы все было. Пятихатку, по-любому. 500 стоит, да. Амурка, Дальний Восток, блядь, у нас везде, в принципе, цены одинаковые. В принципе, я думаю, как и везде, ебать, пятихатку. Ну, что-нибудь. Ну, Амурка такой город, конечно, блядь, пиздец, нахуй. Там еще 90-е в основном везде, нахуй. Какая, знаешь. Фу, гопников нет, и то хорошо. Да ну нахуй нету, блядь. Все пацаны, кого я знаю, с Амурки, все жесткие типы, нахуй. Ну кроме тебя нахуй, ты единственный анимешник. В смысле, я жесткий анимешник вообще-то, не понял. В смысле, хуй, у меня работали на работу, блядь, самурки приехали в Владивосток жить, нахуй, пару типов. Вот это были вообще жесткие типы. Они выросли там, блядь, как в 90-х в натуре. Полетели. Не знаю, я когда малой был, ну, мороженое покупал. Ну и, короче, вместо одного мороженого взял два. Все, я считаю, я жесткий.
Нет, неплохо на самом деле. Я даже было одно мороженое взять, но взял случайно два, короче. Нет, практика показывает, что наоборот, вот эти люди, как бы, ну, мне, по крайней мере, больше нравятся, чем какие-то городские неженки. То есть быдло, правильно? Нет, не быдло, оно просто, блядь, как бы нахуй. Ну, мне такие люди больше по душе, которые выросли в таких условиях. С такими понятиями, с такими порядками. Саня, ты бы вместо одного... Нет, у них мышление другое, блядь, как бы. У них мышление типа, да, типа, что-то, ну, типа, неправильно сказал, на въебало. Вот такое у них мышление. То есть, да? Ну, нормально. Неправильно, но если ты человека назвал пидорасом, я думаю, как бы я тебе бы вхуярил прям там на месте. Ну, мы не говорим про... В смысле, а если без негатива? Ну, а как, в смысле, сказал неправильно? Без негатива, это что значит неправильно? Ну, вот так. Какие понятия у всех? На, ну, блядь, про таких людей, которые ты сейчас говоришь. Нормальные типы, жесткие, сразу багажник изнутри показывают. Ствол нахуй, блядь. Там, по-моему, ластовый, да? Мог. Или нет, это еще будет. Вот ты меня запиздил, я забыл проклятие повесить, нахуй. Никто не дымашка. Ну сейчас косноязычие вижу. Сань. Ты вместо одного мороженого два бы взял? Ну, если покупал бы мороженое, взял бы два. Сделал бы так? Типа два сникерса собрал когда-нибудь? Совет бы замочил. Ну, ты жесткий получается. У меня жесткий кредит, а я так не чистый. Городской, так сказать. Вчера челики два часа вайпались на осмотрителе. Кто? Ну, пуги. Ну я не был там. Так все пуги вайпать. Просто куда-то. Видел стрим. Они еще стримили это. Нихуя не стримили. Хабалер, Шам, да. Гретрик был, Сова была, да. А им кто не сказал, что надо сферы бить? Что это? А дайте Иннер помогу. Да что-то, что-то вроде били, блядь. Хилы без маны были. Не захиливали чисто, то ли проседали по мане, то ли чё. Ну нету маны, что делать. Вот если долго бить, вот Абу Даби скоро сдохнет. У него маны нету искры бить. Я слышу, можно отсосать на хубосы, ебать, и появится на одну искру меньше. Так чисто лайфхак для лохов. Это лохи для лайфхака. Только добивайте, играйте в бухпус. Ты ведёте? Давайте, поехали. Кстати, Геру круто на второй прилив давать. Чё? Какая разница? Там сразу до 15 доводишь. Кажется, наоборот. А мы не успеваем, видишь? Процентов ущипить. А типа от этого что, от того, что мы дали бы на вторую? Экзекьютки как-то по-другому до 15 типа добивали. Ну, зависит тоже от разницы. Я не понимаю. Он искренне призывает на 15. Нет, я тебе не про это. Я не понимаю разницы, как это влияет, когда ты дашь Геру в начале или в конце. КП-то убить одно и ну, то же. Смотри, мы убили 18 искр, плюс столько искр, сколько с 20 до 15 еще вызвал. Ну ладно, там окей, типа там, ты можешь успеть добить, потому что на 20% пропит экзекьютка, ебать, кто-то может там ебнутый урок дать. На 25 там вот. То есть есть смысл, да, окей. Небольшой. Ну тоже это не особо, мне кажется, влияет. То, что ты дашь в начале, у всех просто есть, что ты дашь в конце, ебать. Тебе-то бить то же самое количество хп, типа. Не, я же говорю, за минусом тех искр, которых он призвал сейчас. Просто это учить, да. Ну я вот был позавчера, мне понравилось.
Или вчера, блядь. Вчера у нас шаман дал на второй. Руки на воина выпадут. О, ходик. Ну, это моя штука. Сюда. Я ее первый нашел. Отказывайтесь все. Посох. Посох себе забирайте. Че, посох на аркану, да? Посох можно пролить, а токен нельзя, короче. Че, мы пробегаем, да? Пиздец, ебаный рот, нах. Токен сюда, изи. Саня. Отдай аванс. Нет. Почему? А че я должен давать? Потому что он мейн. Так, а я что? Чего, блять? А нахуй он тогда вообще в рейд пришел, но... Типа он пришел за шмотом, нахуй. Он тоже ходит в наши рейды. Причем он не ходит своим рогом, он ходит только магом. Я рог, да ебать, успокойтесь. И что, все равно. А кто посох спиздил? Эденик. А кто спулил этого петуха древа? Шаман, шаман вчера тоже какой-то корок слупил, нахуй, после... Что, может побежать сразу или что, алло? Давай вот этого, давай вот этого, блядь, все, давай вот этого убьем и... Хильте. Вчера, кстати, Слава, ты не помнишь, этот шаману надал посох кому-нибудь? Он жарим, по-моему, отдал, но я не видел, отдал или не отдал, я тогда это ухнулся уже. А что за посох? Они в разных слоях были. Их 10. Посох магу надо, да. А я вчера выбился тоже просто на креста. Блядь, чё мне закрывается эта гладиус ебаный, сука? Чё, блядь, готовы? Нет? Чё, блядь? Не, у меня КСС КД 3 минуты, к слову. У нас есть диван. Асу, дашь диван? Пук. Дашь, все полетели, давай. Я тебе дал на пул. А чё делать надо? Просто бежать? Бежать. Вчера лампа лавы оделся в 2-4 и кинжал выбил с дырки с СХ. Ну, нахуй, заебись быть шаманом в этом комменте. Когда, да. Когда токены все падают, блядь. Чисто. Мы у нас же... есть, скажите мне, извини, перебил. Есть у нас хоть один, блядь, маг, лок, там, хант, нахуй, с двумя кусками? Сегодня будет. ДК есть. Не будет, хуй тебе, я тебе не отдам, если выпадет башка, я ее сролю и я спизжу нахуй. И как бы я не пошутил, если чё. Понял. А я просто поставлю мастер лут и в один не отдам. В смысле, ты охуел что ли, слышно? Слышь. Блять, хуй вообще увидишь этот токен ебаный нахуй. Еще какие-то мастер луты он тут ставит, собрался. Так а что там, а кому диван-то дали? Где Шеберон? А, вот все, красавчики. Ставим, мы дальше. Пробежали и никому не дали диван, да? Все вроде там. А кого ты ждал? Все, любому даешь, у нас масрез есть. Дали, поставили и такое что собрал. Он меня ждал, он думал, что мне надо именно дать. Почему-то. Ух, побегаем. У них тоже на лока выпали руки. Кинь. Давайте стали отхилились. Добрый давай, блин. Надеюсь, в этот раз ждать ничего не будет. Диван дается любому, у нас есть масрез. Вообще любому, даже роги, вару, ханку. Вон. И масрез есть. Любой класс может резать. Конечно, лок нужен, чтобы присумонить. Он должен быть в ренже масреса находиться. Полетели. Сдался по себе? Если масрес не достанет лока, то они пойдут в подвал чистить, а мы пойдем дальше на Молчезара. Просто бежим. Смотрите, рог отдает на полную ДК, и мы просто не бьем мобов, бежим рядом с ним. Добегаем, рога нажимает ваниш, и все, мобы отагриваются полностью. Только не бейте их вообще. Там ни шипы друить, не вешайте, ничего. Давай, давай, поехали. Все, и ты типа первый бежишь на разбойник. Пидорас замедлил говно. Все, ты потеряли. Ходки кинул, что ли, че? Ну да. Че, дальше бежим или че? А, не, не бежим, все, понял.
Ваня, жми. Вот Саня, наебщик. Автоматик, кто упал далеко все. А вы мне че? Че у нас? Собрание в среду, да? У меня там одно предложение есть. Нахуя, че вы там собрались пока обсуждать? Вы, кстати, переписывали там какие-то правила, чего вы переписали? По-моему, там кто слепкод написал, те и остались правила. Ну, я говорю, там что-то обсуждалось же, блядь, пару недель назад о том, что там что-то какие-то правила будете менять, там ничего. У меня как минимум предложение есть. Озвучивай. Мне интересно стало. Ну вот у нас есть вклады, типа. А что если какой-то реагент, допустим, там будет на Т5 воронка падать или еще что-то? Наоборот, типа, ты получаешь реагент для открытия Т5 там, или какой там Т4. И типа минус ЕП. Есть такое? Так ты до Т5 еще этот сервер хуй доживет. Не, ну это просто пример. Есть же и другие вещи. А, какие? Ну-ка, я что-то сейчас не вижу ничего похожего даже. Ну, например, Зефирит. А, ты имеешь в виду прокан? Да, ну какой-нибудь реагент. Я смотрю, у нас реагентов ГП просто ёбишь, что их раздавать. Ну, вклады же есть. То есть ты предлагаешь, типа, допустим, нет, из ГП выдавать что-то за ИП? Да, типа вот там же вклад есть, что там 300 ИП за 3К, да? Или сколько там, я забыл. Вот, и типа посчитать, ну там Зефирит, допустим, сколько стоит? 3К, да? 300, минус 300 ИП, один Зефирит пить. Ну что, типа купить, пацаны. Так, согласен, до сброса все камни забрать за ГП. Так, слушай, тоже нахуй тогда бы забирал бы за ИП. Нахуй мне камни покупать, если их можно за ИП будет собирать. Ну я про то и говорю, ну типа хотя бы раз в неделю. Ну типа не то, что покупать сколько ты захотел там, блядь. А раз в неделю хотя бы один камень. Вся гильдия будет работать на камне. Ну а в чем проблема? За то, чтобы они появлялись в ГП. Ну так они появятся. С чего они появятся? А, за голды купают? Ну. Ну, типа то, что тебе. А у тебя, а у тебя, у тебя, у тебя голды в ГБ просто ебнутое количество, чтобы покупать камня за голду. А сколько нас... там? Я не смотрел вроде. Там 200 тысяч, ебать, просто. Я боюсь, это на 200 тысяч немного, нахуй, блядь, купишь. Так а всем там и не обязательно, там хотя бы танкам. Слушай, смотри, как манипулируют, интересно. Хотя бы танком, хотя бы пристам потом начнется. Да пристам нахуя, блядь, они и так нормальные. Ну, у тебя же есть приз, поэтому я так и говорю. Да не. Хотя бы тем, у кого 2-3-4, там, ну, еще какие-нибудь манипуляции похожи. Да, в натуре. Хотя бы тем, кого зовут Слава, для начала. Все ясно, блядь, я понял, нахуй. Он, кстати, ему в хэнд упал. С гибели. У нас тоже, у нас вчера, по-моему, или когда. Да, вчера, по-моему, этот нечаянно забрал. Вайткорн забрал. Ну вчера тоже кстати, мусор на лодке вообще был в паре. Просто мусор ебать. Просто за УД бегали, блядь, пацаны.
Да ёб твою мать, хилы? Сдох хилами. Второй. На щиле. Я ебал. Ну да, фулл мана получается. Аниме запустил, наверное. Как-то пробовал смотреть аниме, блядь. Я чуть не блеванул, но... Да, пиздец. Я вообще хуй знает, как это... Я единственное, вот мне то, что посоветовали, и что я смог вывести, это эту... Тетрадь смерти, по-моему, называлась. Про Джеки Чана я смог вывести только мультик. И все нахуй, это пиздец. А все остальное... Джеки Чан это не аниме, я мультик, только проснись. Ну, Джеки Чан это нормальный мультик, кстати. Это чё? Мультик, а не аниме. Там то, что мне все остальные советовали, там атаки титанов, еще какая-то хуйня. Вообще ничего не вывез. Ой, скажи, Никит, что ты еще Коносубу не смотрел. Что? Кого? Как еще раз? Коносуба? Коносуба что, не смотрел? Это то, что стоит посмотреть, по твоему мнению. Ты что, не знаешь, что такая Мегумин, хочешь сказать? Блять, давай по-русски общаться, нахуй. Ты мне скажи, это говно стоит смотреть, которое ты мне рекламируешь? Говно не стоит смотреть, стопудово. Понятно. Не, вот ты великий анимешник. Скажи, какое самое пиздатое аниме, по-твоему, лично? Сейлор Мун, нахуй. Нет. Конечно же, Блич, естественно. Блич. Бичка, короче. Блич, да? Это, я понял, надо Блича, короче, какого-то посмотреть. Бля, ну Блич на любителя, на самом деле, либо. Наруто! Посмотри фуллову просто, Никит. Посмотри, лучше просто разбогатели, сдохни нахуй. Светлый. Кого я еще раз? Наруто. А там это же маленький какой-то ниндзя, по-моему. Я, бля, что-то подобное слышал. Окей, окей, Ван Панчмена посмотри и все, пойдете. Да, Ван Панчмен должен зайти, кстати. Этот, Сокрутого Учителя Нидзука. Ладно, посмотри как просто. Какой? Как Ван Панчмен, блядь? Ван Панчмен. Ван Панч... Панч. Выдает Ван Панчмен, блядь. Смотреть нахуй. Ладно, посмотри просто 70 метров грехов тебе. Да я, короче, первую серию запускаю нахуй офис. Давайте посмотрим. Я погнал. Никит, как правильно? Милиудос или Милиодос? Ублюдос. Пуляйте, давайте, ребят. Нормально, да, я задушил просто. А, алхимик, да, тоже прикольно не могу. Ладно, на самом деле, правильно, Милиудос. Там не алхимик, может, да. Это самый город, ну, типа, это, бля, город, в котором меня нет, тоже прикольно не могу. Кстати, Кстати, да, Сань, я смотрел его, кстати. Город, в котором меня нет? Да, мне его, типа, на стриме посоветовал, я прям на стриме его смотрел. Крутая, они небольшая, ебать, такая. А, это Врата Штайна тоже. Я даже Доктора Стоуна смотрел на стриме. Врата Штайна смотрел? Нет. Доктор Стоун смотрел? Смотрел Доктор Стоун? Ну, у меня стоит на просмотре, пока я начинал. Не, а ты глянь Врата Штайна. Стой вообще. Там два сезона его. Чё? Всё, не может кинуть друг друга. Я сейчас смотрю эту, как она, магическая битва. Прям? Новый аниме. В смысле? Не понял. Канал Вайда? Блядь, снимите себе такой. Мне, короче, сейчас типы даже с работы. Два типа посоветовали посмотреть, короче, Ведьмака аниме. Санина полная, говорят, да? Сказали, типа, нормально. Можно глянуть. Чё за Ведьмак? Там расчленёнка, там кровь и так далее. Я говорю, давай. Ведьмак аниме, что-то не внушай доверие. Да там, это мультик, да. Ну, полтора часа. Два типа сработать, сказали, нормально. А, ну это не серик, да? Полнометражка. Я вот «Любовь, смерть и роботы» посмотрел, вот это сказочка. О, так тут же кондёр еще падает, ё-моё. Два сезончика. Кто смотрел? Нет, кто-то не смотрел. Вот кто не смотрел, первый сезон надо посмотреть 100%, а потом и второй пойдет сам по себе. Ну это как, типа, блядь, как она?
Это даже не аниме, это какой-то мечевочный. Это типа Черного зеркала, похоже. Такая жанра, да, интересно. А этот смотрел, типа Черный клевер, нет? Не знаю, нет. Ну, Черное зеркало смотрел, это такая. Ну, а, ТДПС. Саня, где ТДПС, Я в босса играю. Анимешники уже нашли дозвук. Так, мы все в босса играем. А, вот, кстати, в босса топ-1 ТДПС. Саня. Ну все, вопросы есть? У матросов нет вопросов. Не знаю, я вон 7 смертных грехов смотрел. Прикольно, кстати. Ну я, кстати, его не досмотрел, я не смог. Я третий сезон не осилил, ебать. Вот с этим демоном его здоровым, когда он уже я скипнул на последних сериях. А где кондер? На те кондеру. А кольцо надо кому-то? Скритом же. А ты чё, фуглянул? Да я что-то не, по-моему, четвертый что ли не посмотрел. Короче, что-то... да, вот тоже, я говорил, я ласт сезон не осилил. Я просто озвучку Джема смотрел, Джем Клаба, а потом, короче, он сказал, типа, я не буду озвучивать 7 смертных грехов, пошли вы нафиг. А там другой озвучки, короче, они говорят не Мелиодас, а Мелиодас, и я такой, фу, блин. Вы что, запутались? А. Кто там газует, блин? Я выезжаю. Кстати, я на стриме смотрел, когда это аниме сижу, типы такие в чате. Васёк! Субтитрами смотреть. Я такой, пошли вы нахер, ребят, говорю, сосите вы, а? Какие субтитры, слышишь ты? А ну, линкани. Да, есть такие, это прям вообще лютые ценители, ебать. Бля, что за говно вы мне посоветовали? Субтитры говорит, это чисто. Я 10 минут этого дерьма не смог вывести, нахуй. Этого патчмена вашего ебаного. Говно полное, да? Я вообще не понял, нахуй. Какой-то пацан, блядь, синий, плетёк какой-то другой лысый пацан, нахуй. С кулаком один раз его ёбнул и победил. Класс. Ну да. Потом какой-то рак ходил по улицам, нахуй. Я что-то пиздел, блядь. На этом моменте я выключил. Поебень, короче, нахуй. Нахуй такое смотреть, блядь. Краб же, блядь. Там рак какой-то большой что-то ходил по улицам, что-то кому-то рассказывал. Ну че вы там, блядь, долго стоять? Нет, пламени, давай не двигайся, Никит. Только на ханте был. Я верю, что он трап убежал с табика, а венец был. Только не испульте, блядь, когда все за дверью. Так на мне не было тогда венца. Там суть в том, что если ты зашел в чужой венец, то это тоже считается. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Лучше, блядь, даже на ком нету венца, блядь. Стойте, ебать, и чипы. Все, венец как копанный стоите, и все, причем. А то венец, все, все, пиздец. Ёба. Ёба. Беги, малышка, беги! Беги, сука, беги. А где Дашенька? В смысле? Она вчера была. А, да? Мы учили вам рейде. С Кириллом, что ли? Да, с Кириллом молчаливый рейд, ебать, точно, да. Стоять, не двигаться. Там в том рейде только вы заходили, спрашивали, что выпало, блядь.
Все остальные молчали, слили? Угу. И чё, правда, хворает на все молчали? Да. Он команды отдавал с чатом, блядь, понял. При этом сам чат не читал. Ну почему, когда команды отдавал, читал, блядь. Нормально, я-то как раз посмотрел первый сезон заново, сотни нахуй. Блядь, сотня нахуй. Я что-то не вывез, я первый посмотрел тоже. Не, мне зашло нахуй. Не, ну я первый посмотрел, а что-то второй... Не, я тоже, я три сезона глянул, четвертый вообще не вывез. Четвертый ёбань там-то. Ну я все равно, смотрел просто потому что, блядь, ну, в память о первых нескольких сезонах. Да, тихо-тихо, стоять. Двигаться, Это как сверхъестественное, блядь. 15 сезонов, нахуй. Кстати, потому что мне понравилось первые три, нахуй. Я смотрел все 15 сезонов сверхъестественного, и, короче, кринж схватил. Я ебал. Я на 6-м или на 7-м скипнул. Да, вот эти начались Левиафана и Ивана. Нет, там нормальная тема. Про Левиафана, кстати, был не самый плохой сезон, я тебе скажу. Там как бы в каждом сезоне есть охуенные серии, а есть хуёвые. Ну вот хуёвых штук 15, а остальные там даже есть вот, где поржать, блядь. А вот это, сериалы норм тема. А в сотне, когда вот эти порталы ебаные начались, всё, я думаю, ебать его. Ой, сотня, слышишь, Сань, я тебе сейчас это... Подожди. Спасибо, суфрис. Разбаньте, зафирьте, законтрольте. Сейчас расхуячит весь рейд, ребят. Там жаба, лягушки. Че, дайте. Кстати, кастует. Он в трап улетает? Дашка. Что такое? Я, короче, только недавно сотню досмотрел все сезоны. Такая шляпа. Все сезоны, говорит, посмотрел, такая шляпа. Не, первые два еще окей. Первые, блядь, неплохие, я тебе говорю. Да, портал это такая дичь, конечно. Такая дичь, я даже говорю, ебать, чего нахуй, нахуярили вот эти. Я сейчас сначала сидел, дуплял, ебать, мне потом просто впадло стало смотреть. Вот такая духота прям вообще, ебать. Когда там они что-то, блядь, проживали, нахуй, жизнь какую-то в другом мире, в другом портале, там все старые становились, ебать, когда там... Войско ебани, Ирландец, хорош. Когда они съебутся, блядь, ребят? Ага, вот эти ребята. Не, просто я расколотили эти лемы. Мы сейчас опять побежим, если вы умрёте, нахуй. Потей, хит. Законтрольте, меня там элементарь бьёт. Он не таунтится, нет? Таунтится. Так вот, который меня пиздит, блядь. Стоим, не двигаемся. Не, ну вот это, конечно, как ее звать? Баба это землян, которая, помнишь, вот это как и... В первых сезонах вот это главная, которая была баба. Дубы, если? Я не помню даже, но... Как и Кларкнер? Ну и вот это, которая так была она во всех сезонах была типа в теме. Землян, которая главная была, помнишь? Молодая девка вот эта. Клубы? Наверное. Не понял. Почему она главная? Не главная, а такая типа... А Джаспер в дубы? Ладно. Пошли, вы же ваши шутки не маешь. Да. Вот почему не стоит аниме смотреть. Станешь шутить. Не, ну вот эта тема, конечно, с этими... Когда они с ума там сходили, ну это херня полная. Вообще, я еле досмотрел, Серега. Ну, такой, да. Ну, last сезон вообще. Типа третий топ был вообще душный. Послушай меня. Вот этого во втором сезоне, которого слили, от этого, как его звать? Помнишь, когда первого землянина, который они встретили, как его звать? Это негра такого, нет? Да. Вот они во втором сезоне слили, когда он его в бошку выставил. Такой дебилизм просто. Да. Такой герой колоритного во втором сезоне слили. Ну, просто кончит. Колорит. Не двигаемся, стоим. Как его звать? Я сейчас помню. Я тоже не помню. Честно. Негр или как? Ой! Осуждаю. Лесть нет. Лучше нормальные сериалы смотрите с нормальными актерами. Сериалов мало нормальных на самом деле. Я знаешь, что досмотрел недавно? На самом деле сериалов и ёбнешь охуенных. Просто типа ты о них не знаешь. Назови мне те сериалы, как по твоему мнению, охуенные, о которых я не знаю. Вот Доктор Хаус посмотри. Я тебе
Залупа, Доктор Хаус, не зашел. Куча охуенных, о которых ты просто не знаешь. Вот и все. Блять, я пересмотрел нахуй всю зону, все сериалы, которые там есть, нахуй. Ну, на Амазоне и на Netflix выходит столько сериалов просто каждый месяц, ебать, новых, ебать, и с охуенными актерами, что ты просто ебнешься. Это смотрел Локи, да, хороший. Я посмотрел до сих пор. Локи я попробовал посмотреть, но мне не понравилось. Я посмотрел, я весь посмотрел нормально, закатил. Я не, кстати, так не глянул. Посмотреть. Да, прикольно, кстати. Кино, ну, сапогеть. Кстати, в сериалы сейчас все от Марвел не очень, блядь. По примеру, Локи, наверное. Ни один не зашел. Я, знаешь, я помню, короче, смотрел сериал, называется «Клиника». Пиздатый сериал. Да, я посмотрел все сериал. Сезоны полностью. С этим, как его, как бы глухарем, который играет? Аверин? Какой Аверин, блядь? Ты за Аверин сериал, блядь. А, вы про это, что ли? Вы не про русский? Не, про курочный сериал, типа, вот из серии там. Клиника, вот эти, вот как я встретил вашу маму, друзья, нахуй, вот они похожи примерно. Маму... По концепции, нахуй. А ну, это, ну, про русский сериал, который с этим, который с Авериным, ебать. Так это же ебаный Доктор Хаус, нахуй, только по-русски, блядь. Ну да, по факту. Доктор Хаус лучше, нахуй. Оригинал всегда лучше будет, конечно. Не знаю, единственное, последнее, что я посмотрел Фулова, это «Нация Z», короче, полностью. «Нация Z» — это сериал такой какой-то? Ну, про я зомби, чувствую. Да. Я не вывесил его, все, помню, я начинал. Вот я тоже не вывес в одно время и забросил. А решил пересмотреть. Выходит, и честно, кого? Лучше. Кого еще там выходит, ты говоришь? «Викинги» выходят на «Нация Z»? «Викинги» уже закончились, все. Бля, там, по-моему, там сейчас выходил вторая часть, да, по-моему, нет. Ну так, они закончились, ну типа там. Может быть, они продолжат там уже, добавят героев там и так далее. В целом, похоже на то, что сериал закрыт. Я еще этих жду «Острых козырьков» на «Озле». Какой остров? «Острые козырьки». А «Острые козырьки», блядь, вот. Пытался нахуй раза два их посмотреть, и все серьезно? Говорят пиздат, все говорят пиздатые, пиздатые нахуй. Два сезона посмотрел, на третьем сдулся. Бля, но мне атмосфера просто нравится, ебать. Я могу сказать сериал, это который готов, смотрели но... Пол Пати точно. Ну-ка. Во все тяжкие. Хуйня, ебана. Не, ну это пиздатый сериал. Ну там, правда, дохуя серии говняных. Да, но каждый сезон заканчивается просто так охуенно. Они охуенно делали концовки. Блин, я вообще взахлёб посмотрел, класс. Я готовлю там «Игра престолов». Ну, «Игра престолов» тоже все видели. Да и «Ходячих мертвецов» там тоже все видели. Тоже все видели. Кстати, сейчас вышел вон 11 сезон, да? Две серии посмотрел, такое. Кал? Ну хуй знает, да? Ходячие уже давно говно, да. Нахуй, поэтому... Они уже из пальца вытягивают, нахуй. Я смотрю вот потому, что я не могу оставить сериал недосмотренным. Хороший сериал, который мне всегда нравился, как бы. А вот этот не смотришь? Типа, «Бойтесь ходячих мертвецов», там, типа, вот эту хуйню. А, это я тоже пробовал посмотреть. Я тоже не зашел. Но я не смог, там, на какой-то сезоне я тоже сдулся. Там сейчас новый какой-то тоже по этому мотиву же, ебать, не помню, как называется. Ну так мотив популярен, и не будет его двигать дальше. Нет, ну от этого... типа это вселенная же. Чёрт. Я посмотрел недавно сериал, называется «Засланец из космоса». Про тебя снимали документалку или что? Не, кстати, прикольный сериал, на самом деле. Даже второй сезон будет. Да я в последнее время что-то серии как-то скипаю, нахуй, блядь. Я что-то, блядь, больше по нему сейчас в последнее время залипаю. Да и то, блядь, редко залипаю. Вообще во что-то. Так, ладно, мы там сыграли моба, ребят. У нас Суфа шел толстая попа. Берите. И давайте, короче, что мы делаем? Ну, кого научитаем? Давай я бурстану на синем, под Геру первым. Давай. Тогда на первого, прям на сейвов, конечно, маловато, но столько есть капля. Ну, нормально. Я первую могу весь простоять. Ну, ёб твой хит. Ты не умри. Мили какого-нибудь лучше поставить, блядь. Сколько сериалов, в смысле сезонов, «Зачарованы»?
Блять, это давно смотрел, пиздец, как нахуй. Блять, я дохуя смотрел, когда был пиздюком. Ты чё? А Баффи сколько сезонов смотрел? Я из «Зомби Королевы войны», по-моему, всё посмотрел, когда пиздюком. Ставь сейчас рыбу, давайте я вам нормально поставлю. Там какие-то помои жрёте, да? И этого смотрел, как его, с этим? В смысле, дай рыбу такую? С хуём таким, блядь, волосатым, как он называется, сериал? Ральф, там его звали. Я знаешь, какой сериал смотрел? Видеть с этим, с Момо, который... О, кстати, второй... спойлер сериала хуй называется это. Его закрыли, по-моему. Не-не-не, выйдет. Уже это смотрел, как его, блядь, это сам сериал... Короче, сезон, в смысле. Как у Тьма, они смотрели? Смотрел. Тьма пиздатый сериал, кстати. Тьма пиздатый, вообще зашло. Вот один из немногих, из последних, что мне понравилось. Да, про вот это путешествие во времени, это, конечно, вообще жесть. Вообще, когда вот полностью ты, в смысле, все запоминаешь, всех этих персонажей, начинаешь врубаться вообще охуенно. То есть прям... Ну там прям посидеть нужно подумать, нахуй. Там надо посидеть, подумать, да, позапоминать, чтобы вот это все врубиться. Пиздатый сериал, реально. Прям путешествие во времени, посмотри. Реально, причем, ну, не прям путешествие во времени, прям какие-то там технологиями, а то есть, ну, такое, типа, короче. Ну, короче, просто надо посмотреть, братан, да, в смысле, тебе зайдет. Стань, братан, смотрел «Очень странные дела». Все, смотрел. Кто у них смотрел тоже, его? Кого? Это... Очень, ну, очень странные дела, которые... Очень странные дела? Да. Я не видел. Что за хуйня? Ты не смотрел «Очень странные дела»? Серьезно? Серьезно? Все, я зону запускаю уже. Сейчас надо посмотреть. Один из самых популярных сериков, наверное, сейчас на Netflix, ебать. Я вообще типа... Там вообще зашибен. Я вот жду следующий сезон. Что там, Пристабаф, наверное, да? Пристабаф, наверное, да, ребята, поехали, ебать. Когда по команде Асос дашь капельку, короче, по Абу-Даби. А вообще Массакра на тьму спасает от лужи? Нет. О, не Массакра, а Эйма. Ну, Милика, может, спасет. Короче, она плохо, поехали. Ладно, будешь давать капли, Массакр. Сейчас ты лучше поехали. Ладно, Сань, последний. Экспансию смотрел? Нет, да. Понял. Я поехал. Давай, Гера. Серьезно, точно все. Хитрапку проебал, нахуй. Серьезнее будьте. А ебёт жестко. Ну хити его нон-стопом, дать ему, блядь, какого. Чего на топ? А в гневе будет. На топ? В гневе. И как успеть? Ну, топ пришло к объём. А чё, а вы где? На гневе. Чё, вайп есть, что ли? Вышел. Эндемик. Ебать. Да нет. Антоха, будь серьёзен. Почти вайп. Я на 40% сдох. Хильте. Ушли. Сейчас, ну, уже побежим сейчас. Бежали. Бля, где этот ебаный аспект? Ран, Вася, ран, быстрее! Давай. Мне кажется, Уэйд не успевает. Кто? Чё там по хп? 78, нихуя себе. Сайк, а чё за токи выпал? На лока. Ты забрал? Я. Сашка. Антон, где ты? Вообще была бы моя воля, если что-то я бы мейн образовал, был типа Ирланд. Ну, блять, раз, типа. Весь рейд нахуй, типа, пугов. Че, я опять стану? Вставай. Умрешь, я тебя ГП дам. Да. Пошли. А. Чел ГП. Блять, почему я драпу не поставил? Ебаный дроп. Почему я вообще бью с Рубеевым? А как там, как вы писали? На ГП чел, да? Я не знаю. Тори чел. Сань, отмешь мне, блядь, 200. Мне нужен буст от тебя. Легко. На роге. Изи. Изи. Чел, да, пишу сейчас. Скажу, я Саша. Прям нон-стоп хилить. Сейчас уже будет. Бежать надо. Бежим. Дал. Бежим. Блять, ирландец, есть там чем-то типа, поджать? Просто если он плюнет, у нас сейвов нет. В смысле, Эйма есть. А Эйма спасет? Эйма нажимается на чел, который стоит лучше. Чел? Сейчас, атакил Сакра?
Ля бежит. Ля какой нахуй дракон. Ля там и красивый. Ты неправильно понял, ты вот так говори. Ля дракон. Ля дракон. Я тебя научу по анимешному, да? Я вообще прям в нем разду драку, а она не разлинится. Я потею, не могу почистить. Давай, давай, потей. Тебе надо ассистентку нанять, чтоб пот вытирал. Со лба. Да, да. Ну, сейчас готовься, когда ты там с Дагу один, она уже, по идее. Нет? Примерно после. Получается. Нормально. Сейчас уже побежим скоро. 7 мили. Ой, ебать. Там вон. Бежим. Чисто как там? Заебулил, короче. Заебулил. Ты че, не засмотрелся? Давай еще. А не засмотрелся, так и пиши вообще. Поднимай его, наверное, вот. И за две перебежки бывает. Что там, кто-то сдох уже? Да. Щаплюн. Шапирон. Шекспир, блядь. Так сразу же, дайте пороги рыба. Побежал, травку ставить, побежал. Травку поставил, бля, последнее место в ДПС на Казани. Если вот этот гнев, это примерно треть груля, нахуй. Готовьтесь прикинь, бежать уже. Я представляю. Прикинь, как на груле хуёво. Побежали. Кыночек, блядь. Короче, сейчас бьем и добиваем до того. Не отбегаем. 25% мы снесем. Саня, от тебя нужен будет ебейший буст. Справишься, Саня? Да. Вся сторона смотрит на тебя. Забежали, супербуст. Да, блин. Слышу. Давайте сам. Секьют. Бля, что-то я уже сомневаюсь, что добиваю. Блять, бьем? Бьем. Доталова нахуй. А что надо сделать? Просто мужика. Ну просто еби его. Он не успеет даже постановить. Постанул, ебать. Добейте его нахуй. Армуа задожили, бегают, блядь, мои мальчики нахуй. На, нахуй, блядь. Сэкономили время, нахуй. О, ноги на аркан. Берем. Кто, кстати, кеды забрал с этого сраного, с крильтом? А тебе надо? Я могу отдать. Ну, я бы поносил, да, дай мне. На лока это, да? Ну кеда. Да, я лучше погоняю в таких. Кеда, ебать. А ну, это тормозни. Ну так, мы сейчас съездим с тормознем в одной точке. Наташка, что ты говорил?
Да, иди. Там шахмат наверное. Даш, ой, блядь. Даш, что-то. Все, она как-то обещала свой голос показать. Я помню, это Даша, наша, в смысле? Нет. Отойду две минуты. Даша, Даша, ты сюда. Ну, а как тебе забанить? Поговорить. Да я ей напишу, было забачу. Расскажи ей про свои менструации. Может, если не интересно. А, менструация. Нефти, да. Не, Никит, такой не про канат, она серьезная. Как она серьезная, так прикалывается, все серьезно. Чините сразу. Эти ваши шуточки прописаны, не про канат какая-то. Не канат вообще. Так. Так вы ее в каждом рейде дрочите, нахуй. Давайте, шапку не запускайте. Да нахуй не нужны, ты чё, ебанулся что ли? А ебанулся, полчаса жизни нахуй, ебать. 10 минут просто делайте нормально. Кому-то, кому-то чё нахуй. Извини, госкип. Там, ну, чё-то щит, нахуй, пиздец, блядь. Давайте. Не, вообще, пускай с тобой. Судите короля ебаного. Я в это, сядьте в не короли, то выведи пеши, выведи пешек нам вперед, самое главное. Сядьте в короля и в не этого чернокнижника, в не короли. Ну, садитесь. Перед не королитами пешек тоже выводитесь. Так, для справки пешки все выводятся вперед максимум. Да, да, максимум выводите, можете следовать с ним. Ну, не красят, это им тоже выводите. Окта. Что тебе нужно? Сила и честь. Хуя, у нас только один не кролит будет дамажиться. В смысле, да я сейчас сяду, блин. А там овер стоит мешается, черт. Ну сядьте в лок, почему лок на ХФК стоит? Если, вот, если вот, вот так будете играть, то мы точно будем пить его полчаса его. Так босс бьется 8-10 минут, ребят. Не, просто кто-то АФК ушел, блин. Ну, живите у короля, поставьте его нахуй, чтобы он бафал нахуй. И не кров, блядь, и чернокнижник. Сарду. Возвращайся. Вот стань, да, на место, блядь, где он стоит, собака или. Между собакой не кровь. Собака буквой Б Г ходит. Нахуя вы по одной клетке ходите? Там три хода можно, блядь, до короля дойти. Ходи, короля. Атас, атас. Накидает, на. Пух чисто хуярит в пешку, нахуй. Он там, волк чистый. Сядьте волка слева на доске. И буквой Г вперед. Направо вверх. Это прошел нормально. Сейчас лага просто какой-нибудь заебенит там. Как это что ты рыбака ебаная сдохнет? Во, и хуярь коня нахуй. Выводи икра. Ой, коня ебать, короля. Ты же бьешь короля, да? А, во, теперь бьешь. Царапал нахуй.
че, пока не кидаешь? Че? Паш? Че, ФКшишь, я, блядь. Не, говорю, ты хорошо тапал. Я ищу, кого вообще тут задействовать можно. Никто не активен. Собака вон справа активная. А, вот это. А хули понту она зажатая, вот я в нее сел, че. Пойду, короче, лучше чаю налью, пизду. Пак отъезжаете, сделал. Хуя мне локнул, че на внешних 8к въебал. Ну, ёпта, пропадай, нахуй. Значит, скоро сейчас рубака сдохнет. И на место него встанут, и на мое место. Я, правда, под пешку встал. На короле, короче, пройди. Вот встань, где вот между мной. Сейчас я перемещусь. Блять, перемещайся. Сука, он не идет, нахуй, алё, блядь. Стой, я перейду. Куда вы? А, я вот сейчас там. Блядь, наоборот, это хуйня полная. Надо было тоже поменяться местами, нам. Да. Сейчас ебусь. Давай. Поехали. Блять, я урод, еба. Только вперед не смещайся, сейчас я сам встану. Ну, конечно, мы придушили, нахуй. Пошел разъем, нахуй. В воде игра сейчас, домашняя. Хотя вот эта дрочина, по-моему, немного домашняя. И будет быстро кончать. Води. Асу. Нормально, она там не... Да, она мало бьет. Надо подхиливать кого-нибудь уже. У нас волк там, почти страдает уже. Еще не прилетел кого-то. Бля, не корабль подхилить. Что-то зря спустился, конечно. Бля, он более сурки бьет, интересно. А, он вообще сурки не бьет, да, кузесь? Мне там пешка ебала разрывать, конечно, я ебал. Бля, там нужно волка подхилить. А сколько вообще волк бьет? Эндемик. А ты на ком? На Думе? Думаю, сука, пизда уже. А Некра? Да, Некра подхилить бы надо. Полку пизда, ну. Надо подождать. Второй волк пришел. В туза зашел у нас. Чем мы, блин, нахуй пизда? Добивай. Глупо. Чипа. Очень глупо. Сейчас щит падает, смотри, посмотрит чип. Если падает щит, то даже не модер КГ. Смотри, фигурка. Здесь. Сейчас смотри щит, смотри, как спалит. Да, все, и баба. Как на ступне, как на шее. Ну ничего страшного. Ну ничего. Страшного. It's fine. Тяу. Там еще один мессажер пришел. Это уже большой мессажер. Папка. Так, у кого есть ДД? Стоп, есть сова? Свехнешься?
Нет. Да. Нет. Иначе отписка. У меня пол шмота, не как всегда в ГБ. Ой, в каком ГБ? В Анте. А у тебя НДМ кеселя? Бег есть, но шмота нет, правильно? Вообще нет шмота. Ну, если я бы выбирал, я бы, конечно, выбрал бы лучше сауна. Чё, блин. Катька, да, ну давай. Конечно, давай сау, у тебя сразу РДД задамажит. У нас ни меткости, ни плита, ни хуй. А, блядь, стук ломается. Ты чё, бля, ебать, нахуй? Чё? Успехай с собой, пожалуйста. Да не шмот мне. Да похуй, ни у тебя, ни у эндемика нет. Какая разница? Не хочу, нет. Просто посадишь, нет, потыкаешь, чё нет. Да мы так убьем. Ты заебал, ты можешь спекнуться, нахуй, чё ты уёбываешься? Да не шмот. Баф, да, баф не пацанов. Да никто тебе не говорит за шмот, ебать. Да, смысл бить? Шмот, сила шмоте совой, не это издевательство. Да не меткости, ничего, промахиваться, я уже раз так бил. Ты баф мне дай, нахуй, я за тебя побью. Можешь пойти кофе себе налить, нахуй, сбегать. Никита подымажет. Эндамик выспекнется. Притом, при тебя будет.